На часах 8 утра молодой учитель истории Николай Шутаев спешит на работу. Через несколько минут в школе «Триумф» начнется первый урок «Разговоры о важном». Мысли педагога наполнены планами на день. Классное руководство, конспекты, встречи с учениками и коллегами. Ребят, я всех рад вас сегодня видеть после каникул. Небольших, правда, отдохнувшими, я надеюсь, набравшимися сил. Сегодня разговор о важном я хочу начать с небольшого видеофрагмента. Привет! Мне кажется, да. Ученики 5 класса внимательно смотрят на экран, вслушиваются в каждое слово классного руководителя. Во время урока им предстоит ответить на очень важные вопросы. Сегодня на разговорах о важном мы обсуждаем вопросы воспитания. Молодой педагог проводит беседу о благовоспитанности, порядочности и рассказывает, чем ребенок отличается от взрослого. Одно из качеств взрослого – это то, что он принимает ошибки. Он учится. Николай Шутаев работает в школе всего полтора месяца. В этом году он закончил университет и вернулся в стены Альма-Матер. Еще 5 лет назад он также сидел здесь за партой, а сейчас он учитель. И несмотря на молодость, отсутствие многолетнего педагогического стажа, Николай прекрасно ладит с детьми. Николай Алексеевич, он очень понимающий и с детьми, так скажем, на одной волне. На одной волне с детьми. Он очень добрый, воспитанный. Очень, мне он очень нравится, как учитель. Он нас вести себя правильно научил, то есть не разговаривать на уроке. Уроки он проводит, что очень подробно объясняет нам, что мы потом понимаем и сверху все делаем домашнее задание. Роль классного руководителя многогранна. Классное руководство – это все-таки подарок, обязанность или высокая ответственность? Это подарок и в то же время большая ответственность. Хотя я этой ответственности очень сильно боялся, когда я пришел в сентябре в школу. Мне сказали, что ты не станешь настоящим учителем, если у тебя не будет классного руководства. И это действительно так. Еще в старших классах школы Николай Шутаев понял, что станет учителем. И после окончания среднего образования сразу поступил на исторический факультет Московского государственного университета просвещения. Обучение было трудным, потому что нужно было постигать науку. Нужно было много читать, анализировать, узнавать, смотреть. И на самом деле это было приятным увлечением, потому что ты становился специалистом и приобретал профессию. И спустя уже год я понял, что мне нравится учиться, я не боялся трудностей. Николай Алексеевич, а почему вы все-таки решили стать педагогом и вернулись в свою школу? Я сам себе задаю этот вопрос, но на это есть несколько причин. Первое – это мои личные качества. Я люблю больше отдавать людям, чем получать. Пример моей бабушки, которая уже на протяжении 45 лет, наверное, даже и больше, является учителем из Зои Черчения. И пример моей школы, моих учителей, которые стали для меня авторитетом не только в жизни, но и в профессии. А вот кто эти люди? Каких школьных наставников вы могли бы особенно отметить? Кто особенно запал в душу? На самом деле это все учителя моей школы. Но некоторых я хочу выделить отдельно. Это Кацыф Людмила Еликовна, Кандалов Юрий Николаевич, Грачева Елена Родионовна, Баркина Татьяна Сергеевна. Именно вот эти педагоги повлияли на меня. Людмила Еликовна Кацыф – педагог с полувековым стажем. 48 лет она преподает в этой школе физику и астрономию. Воспитала сотни медалистов и призеров Олимпиад. Долгое время работала директором школы и помнит Николая Шутаева еще совсем юным. Знаете, я всегда говорила, говорю и буду говорить, что наш результат труда нашего учительского, понятно, виден по оценкам, но для меня все-таки самое важное, насколько успешны наши выпускники в жизни. И, конечно, это, наверное, самая главная оценка труда учителя, когда ученики успешны, когда они себя находят. Здравствуйте. Николай, очень рада тебя видеть. Привет, дорогой, привет. Как успехи? Вроде неплохо, но с дисциплиной очень тяжело. Оля, зато в каком восторге я осталась от мероприятия, которое ты проводил с гордостью. Сидела и думала, Господи, это мой Николай. Людмила Еликовна, а каким все-таки учеником был Николай Алексеевич в школьные годы? Ой, по-моему, результат налицо. Он не физик, мой предмет физика,
но он себя в истории. Вы знаете, я с удовольствием я посещала все заседания политклуба, и Николай был активным участником. Я видела, что это его направление, но он в плане поведенческом, человеческом – это образец. Я считаю, что нашим детям повезло с таким учителем. Николай Алексеевич, а чему бы вы хотели научиться у Людмилы Еликовны? Ну, Людмила Еликовна обладает, это, наверное, не талант, это дар объединять, сплочать вокруг себя талантливых людей. Я не знаю, можно ли этому научиться, но я буду стараться. Просто любить свое дело. В своей работе молодой педагог опирается на опыт старших наставников. Николай Шутаев – сторонник классической школы преподавания истории. При этом не боится новаций и перемен. Я для них являюсь, мне кажется, авторитетом. Они очень интересные, забавные, креативные. И им очень сложно понять, что много тысяч лет назад, если это пятый класс, время было совсем другим. А вот забавные случаи, расскажите, может, какие-то из них. Мне очень запомнился мальчик из пятого класса, задал вопрос. Почему первобытная знать начала жить в городах? Ведь за городом же комфортнее. Но тогда в городе были условия жизни лучше, чем в крупной деревне. Николай Алексеевич, расскажите, может, у вас есть какой-то любимый исторический период и почему? О чем больше всего нравится рассказывать школьникам? На старших курсах я стал более углубленно изучать новейшую историю России. Это тот период, который длился и длится после революции вот до наших дней. Очень много стереотипов, шаблонов, которые хочется опровергать, и это нужно делать. Сейчас появилось очень много исследований, которые расставляют все точки над «и». На переменах Николай Шутаев проводит время с детьми, навещает свой класс. Ребята ценят эти минуты общения, а молодой педагог в этих мальчишках видит юного себя, такого же веселого и активного. Николай Алексеевич, а вспомните свои школьные и студенческие годы. Вы с удовольствием принимали участие в каких-то мероприятиях? В старших классах особенно и очень часто я сам являлся инициатором многих мероприятий и активно в них участвовал. И, кстати, благодаря этим мероприятиям, может быть, я стал учителем, потому что у меня как раз была ответственность не только перед своими одноклассниками, но и перед школой. Эту высокую планку Николай Шутаев держит по сей день. На одной из каникулярных недель молодой учитель истории провел свое первое патриотическое мероприятие. Встречу, посвященную знаменитой картине «Летят журавли» режиссера Михаила Колотозова, посетили ученики 9 классов. Чтобы матери не дрожали за жизнь своих детей, чтобы мужественные отцы не глотали украдкой слезы, мы победили и стали жить не во имя разрушений, а во имя созидания новой жизни. Важно было рассказать не только про сюжет фильма, про то, как проходили съемки этой картины, но важно было рассказать про то время, в котором он создавался, для понимания смысла, который вкладывали создатели данной картины. Учитель истории, наверное, самая главная роль в формировании патриотизма, определяющая. Свободное время начинающий педагог Николай Шутаев уделяет саморазвитию. А вот расскажите про свои хобби, чем вы увлекаетесь во внеурочное время? В университете я пристрастился к чтению. В школе я не так много читал, а вот в университете это стало моим любимым занятием. Походы в театры, в кино, в музеи, активный отдых на природе, времяпрепровождение с друзьями и с родственниками. Конечно, это, наверное, сложно назвать хобби, но все эти занятия, увлечения определяют мой образ жизни. Впереди у молодого и амбициозного Николая Шутаева интересный и долгий педагогический путь. Учитель поведал нам, впереди еще 2 года обучения в магистратуре родного вуза и защита диссертации. Ну и, конечно, уроки, проверка домашних заданий и общение с родителями учеников. Работы впереди много, говорит Николай Алексеевич.